Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну, не всегда получается ладить с цветами, как хочется. И вот что-то у меня случилось с калатеями. Видимо, я не доглядела. Ну, теперь буду спасать, что делать. И все хочу я это, конечно, заснять на камеру. Я думаю, здесь вот идет молодой рост, все хорошо. Но мне не нравится просто грунт. И вот калатея White Fusion у меня тоже хорошая была, и тоже листочки стали портиться. В общем, пересажу сейчас, тем более уже весна не за горами, уже конец января. Я думаю, они поправятся и наберутся сил, и хорошо разрастутся. Ну, во-первых, видите, проблема с листьями стала. Они у меня были вообще так-то хорошие, как бы, если вы помните мои видео. Ну, что-то пошло не так. И первое, что я хочу сделать, я, конечно, хочу перевалить ее в другой горшок. Во-первых, вот этот горшок у меня не совсем удачный. Это двойной у меня горшочек. И неудобно совсем было поливать, потому что некуда вот поливать. Здесь одна, считаю, что вот земля. Ну, в общем, сама виновата, как говорится. Калатея — это тропическое растение, декоративно-лиственное. У нее очень красивые листья. Относится к семейству марантовых. Ну вот, вынула я калатею из ее кашпо. Ну, корешочки у нее, видите, хорошие. Но грунт такой тяжелый. И говорю, совсем некомфортный горшочек был у нее. Сейчас я хочу ее посадить такой более рыхлый грунт. Я вам сейчас расскажу и покажу, что я туда добавила. Здесь хотя тоже вот у меня перлит был, но я говорю, неудачный какой-то. Я хочу просто вот эти вот, которые вот череночки такие, ну, от листьев, да, вот это вот осталось. Я хочу все это вот обрезать. Засушенные вот такие, где-то, может, подгнившие. Я хочу все убрать. Ну, во-первых, я, наверное, ее еще и перелила, что ли, не пойму. Хотя вообще редко поливаю это я растения. Но, видимо, что-то нарушило. Ну, мне нравится, смотрите, видите, у нее новые листья растут. Вот, видите, корешочки. Вот у нее, видите, тут вот новый этот полез побег. Она, в принципе-то, отойдет. Она отойдет, она вполне нормальная. Ну, вот эти листья придется, конечно, вот этот лист я уберу, мне он совсем не нравится. Вот эти я листья пока не буду убирать, я оставлю. Просто если она захочет, она сама их потом отсушит. Ну, пока что. Ну, слава богу, корешочки у нас нормальные. Ничего такого я не вижу. Подготовила я ей вот такой красивый горшочек керамический. Он небольшой. Насыпала здесь керамзит. И составила ей грунт. Грунт я купила. В основном здесь идет готовый грунт, который подходит и для калатей. Ну, тут для разных таких растений. Продается везде, в цветочных магазинах. Но я сюда добавила плюсом перлит, вермикулит, немного коры, немножко мох сфагнум здесь у меня есть, древесный уголь. Ну, вот такие всякие вот разрыхлители я добавила. Я это все хорошо перемешала. Ну, он такой воздушный, такой грунт получился. Видите? Вот немножко положила. И сейчас ее посажу. Горшочки-то у нее большие. Ну, ей хватит этого горшочка. Вот так вот я их там разложу, чтобы было удобно. Вот так вот. Я буду на весу держать, то есть вот корневую шейку
Я не буду присыпать. Здесь тоже мне что-то вот этот обрезок нужно, наверное. И вот так вот, чтобы хорошо грунт везде лег, я вот так вот буду делать. Ну, даже где-то вот эти новые, которые побеги присыплю, ничего страшного. Ну вот, поменяла я ей грунт. Думаю, что она оценит. Думаю, она оценит и поправится. И вторая колотейка. Ну, я ей просто поменяю грунт, ставлю горшочек этот же. Вот тоже что-то вот пошло не так у нее. Хотя корешочки, смотрю, у нее хорошие. Но, видимо, тоже грунт тяжеловатый, что ли, какой-то у нее. Ну, я ничего здесь не буду мыть. Там ничего такого нет, никаких грибков, ничего нет. Просто поменяю. Видите, какой он? Вот это моя вот ошибка. Ну, хорошо, что они, в принципе, живые. Я еще думаю, я ее углубила сильно. Так что не повторяйте моих ошибок. А так здесь вот рост у нее идет, то есть колотейка, она поправится. Корешочки у нее здесь вроде такие неплохие. Я оставила этот же горшочек, я его даже не стала мыть. Я просто добавила еще керамзита побольше ей. И вот этот же грунт, который я пересаживала ту колотею, ну, он такой более рыхлый, чем тот предыдущий. И попробую пересадить ее. Здесь керамзит вот практически вот уже все на дне, то есть ей нормально. Но колотея не любит перелива. Вот, она сразу реагирует. Вот, все то, что и получилось, видимо, с моими колотеями. Теперь буду поливать аккуратнее я их. Хотя вот у меня колотея орбифолия, она прям вообще красотка. Прям красотка. Ничего вот в ней такого прям нету. Листья хорошие, растет. А вот с этими колотеями какая-то возникла проблема. Ну, сильно я ее присыпать не буду. Вот так ставлю. То есть вот эту корневую шейку можно повыше ее вытянуть сюда вот еще. Так вот. Вот. Вот, перевалила свои колотеи. Думаю, они поправятся. Сейчас я их сношу в душ. Вот так чуть-чуть. Полью совсем чуть-чуть. И еще, когда обсохнут листья, обработаю против вредителей. Ну, наверное, фитовермом. Потому что вот у меня еще подозрение есть, вот как будто вот что-то еще на листьях, вот как бы, как будто клещик напал на них. Вот на нее вот точно, вот на это. С той стороны прям как будто поеденные такие листочки у нее. В общем, обработаю и буду наблюдать за ними. И обязательно сниму видео, как они у меня поправятся. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Может быть, советы дадите какие-то. Увидимся в следующем видео.